Для жителей города Ленска на линию вышел новогодний десант Деда Мороза. Автобус радости, украшенный новогодними атрибутами, издалека привлекал внимание горожан. На праздничном транспорте прокатились и наши корреспонденты. Посланники Деда Мороза, два снеговика «Снежа» и «Снежок» поздравляли пассажиров автобуса с наступающим Новым годом. Приглашали ленчан и гостей города прокатиться на новогоднем десанте за символическую плату, которая измерялась в стихах, песнях и танцах. Мороз, снежком уфутный бал, смотри, не замерзай. Молодцы! Это мероприятие уже стало хорошей традицией. Несмотря на то, что экспресс всего пару часов колесил по городу, прокатиться новогодним маршрутом удалось многим. Новогодний десант проехал по самым оживленным маршрутам города. Подъезжая к остановкам, снеговики «Снежа» и «Снежок» выбегали из автобуса и радостно зазывали удивленных ленчан ехать их новогодним маршрутом. Растерянные, но заинтересованные, многие соглашались, а зайдя в автобус, от волнения терялись. И при просьбе спеть песню или прочитать стих, практически все вспоминали известную песню «Маленькой елочки». Многие просто поздравляли ленчан с наступающим Новым годом. Пусть все плохое останется в году этом, а случай перейдет в Новый год. Счастья, любви, всего самого наилучшего. В общем, по веселым лицам и хорошему настроению ленчан можно смело сказать, что посланники Деда Мороза справились с поставленной задачей и зарядили горожан предновогодним сказочным настроением. Акция «Новогодний экспресс» существует уже очень много времени. Его основательницей стала Моторина Надежда Юрьевна, которая придумала это все, и до сих пор эта акция продолжается у нас. Стараемся мы ее делать каждый год. Поездки в новогоднем десанте радовались не только дети, но и взрослые. Горожане с удовольствием участвовали в новогодних мини-викторинах, читали стихи, вспоминали популярные песни. И, конечно же, в этот день никто не остался без сладких подарков. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.